товарищи, а это коллектив из Казахстана. Город Талдыкорган. Добрый день. Всем привет, друзья мои, пожелать. Вам нравится Мерси? Да, классно было. Приезжайте, еще успехов вам в вашем творчестве. Спасибо. Мераба, до свидания. Так, мои хорошие, и вот коллектив танцевальный из Осетии, из России. Помашите, всем привет! Коллектив из Болгарии, какие девочки красивые. Скоро и они будут выступать. Так, мои хорошие, наконец-то я нашла моих украинцев. Я тоже, кстати, украинка. Друзья мои, а где девочки? Девочки, можете сюда подойти? Ваши мамы будут, друзья, смотреть. Смотрят меня они. Посмотрите, какие красавицы. Они скоро будут выступать, через час я в курсе. Так что дождемся их выступления. А сейчас я задам вам пару вопросов. Можно? Как вам Мерси? Вообще вы в Турции приезжали раньше? Да. Нравится вам Мерси? Приезжайте еще, мои хорошие. Успехов вам в творчестве. До встречи. Буду снимать обязательно ваши выступления. И вот ребята тоже. Ребята стесняются, но хотят общаться. Отдыхают наши ребятки. Скоро будет выступать. Вот наши красавицы из Украины. Помашите, мои хорошие. А это, по-моему, вы откуда? Вы? Из Баку? Нет, Осетии. Осетия? А, вы там не выступали? Там же сейчас тоже выступают соседи. А мы скоро выступаем. Две Осетии, понятно. С какого города вы? Владикавказ. Владикавказ. Вот посмотрите, друзья мои, коллектив из Владикавказа. Как называется ваш коллектив? Артар. Артар. Приходите все на сольный концерт 28 февраля в Москве. Спасибо всем, до свидания. Приглашаем на массаж 30 лир. Спасибо. На массаж тоже приглашают, сразу ребятки. Сразу 4 руки и всего лишь 30 лир. А когда вы будете выступать? Хорошо. А завтра вы там будете, да, на той сцене? Все будете на той? Хорошо. Прошу, ну что, приходите. До встречи. Вот рекламу делают, массажа и приглашают на свой концерт. Не придете и не приходите. Приходите, приходите. Вот так девочки подготавливаются. Скоро их через час выступление. И вот они такие красавицы подготавливаются. Красоточки. Украиночки. Хохлушечки. Девочки, я тоже хохлушка, вы знаете? Ну, замужем здесь живу. Буду каждый раз вас снимать. Я, мои, наконец-то нашла моих грузин. Сакартвелу гаумар!
Джос! Сагартулу Гаумар Джос! Гаумар Джос! Как называется ваш коллектив? Летающие грузины. Летающие грузины? А вы с какого города? Из Тбилиси. А, из Тбилиси. Тбилисский государственный университет. Очень приятно. А когда у вас выступление было? 16:40. 16:40. Ну, мы дождемся на той сцене большой. Нет, не то, большой сцене. А завтра вы будете где выступать? Вот здесь. У вас разные. Ну, в общем, до встречи в эфире. Грузин моих нашла, мои хорошие. До свидания. До свидания. А где все остальные? Они отдыхают. Ага, хорошо. До встречи. Mersin Kafe Ara Gençlik ve Spor Kulübü aramızda efendim, alkışlarınızda. Alalım. Yasaklar düşlersin yanınız. Yol vermiyor kör duvarlar. Kalmadı anlamanız. Sen gidince isyanım yok. Can acı tanı. Benim derdim başka. Украинцы идут, коллектив из Украины идут, подготавливаются к выступлениям. Мои хорошие, сидим, отдыхаем. Чок устали, чок, очень устали. Водичку пьем. Так устали, столько поснимала я, мои хорошие. Все это делаю для вас, ради вас все делаю. Так, друзья мои хорошие, наконец-то я нашла коллектив из Беларуси. Они будут выступать попозже. И, может, не сегодня, а завтра я обязательно сниму их выступление. Теперь давайте познакомимся. Как вам нравится курсы, не синий, в какой раз вы приезжаете первый раз? Первый раз понравилось? Да. У нас тепло здесь, да? Лето. Будете приезжать еще? Конечно, да. Итак, что? Пока, мои хорошие, встретимся с ними еще раз. Посмотрите, мои хорошие, куда ради вас я залезла. Вы видите?
Куда я залезла ради вас, посмотрите. Выше всех. Зумба экипни чалыштырысы, doğru mu? Evet. Hoş geldiniz Mezitli Belediyesi Zumba ekibi. Alkışlarınızla hareketli, güzel, keyifli bir gösteri izleyeceksiniz şimdi. Это из Мезитли, Зумба, фитнес. Посмотрим, как они что спляшут.